Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Владимир Путин у берегов Крыма лично наблюдал за запуском кинжала. Как сообщает агентство ТАСС, президент России Владимир Путин лично наблюдал за ходом совместных учений Черноморского и Северного флотов России, которые прошли у берегов Крыма. Верховный главнокомандующий находился на борту ракетного крейсера «Марша Устинов», с которого увидел пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Сообщается, что этот запуск новейшей боевой ракеты «Кинжал» произвели истребители МиГ-31К. Экипажи фрегата «Адмирал Григорович», субмарины «Колпина» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» отстрелялись ракетами «Калибр», причем пуски были произведены как из надводного, так и из подводного положений. На учениях в присутствии Владимира Путина были задействованы более 30 кораблей, одна субмарина и около 40 летательных аппаратов ВКС России. Вместе с президентом за ходом учений наблюдали министр обороны России Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.